Всем добра и света, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Мэппер, и я представляю вашему вниманию четвертую часть нашего выживания в игре Ark Survival. И сразу хочу предупредить, в этой серии содержится очень много наркомании, поэтому особо впечатлительных прошу удалиться от экранов. Что ж, а всем остальным приятного просмотра! Ну, давайте покажу. У нас есть железная коробка. У нас есть вот такой вот первый этаж. Здесь тоже у нас всякие сундуки. Здесь мы будем делать... Вот ребята уже сделали основание. Сюда мы будем ставить станок, с помощью которого мы сможем делать железную броню. Можно сказать, самую крутую броню. Пехотную броню, да, которая есть в игре. Давайте вас дальше пройду. Тут у нас тоже есть железо, каменные стены, благодаря Владу. Влад вообще молодец, он так Влад старался. Молодец, а Женя ленивец. Так. Что Женя ленивец? У меня просто дела были, я не мог зайти. Смотрим, тут куча... Я сейчас, вместо того, чтобы наслаждаться сном в своей постели, теплый, вот сижу здесь вот и добываю кератин пачками. Вот у нас дверь, чтобы просто выглянуть и упасть. Мне ничего не нужно, ребята. Мне нужна кирка металлическая, дабы я пошел за... Ух! У меня жизни нет уже. Свинья на меня так искоса посмотрела. За это ты будешь уничтожена. Ой, получай. Кровь сейчас... Свинья! Ух, свинья, куда побежала? А ну, стоять. Заколю. Ой, я сейчас пойду, короче, на второй этаж, ребята, и выпрыгну с этого. Свежее мясо. Там, где вы для просмотра окно сделали, поняли? Давай, так. Я сейчас беру кирку. Я вижу! Я вижу его. Иду, короче, добывать этот... Его величие и грация быстренько... завораживают. Ужасный... Нет. Спинозавр. Для станка. А, нет. Все боятся его. У нас 20 цементной пасты даже? И взрослые, и дети. 10 есть. Да, вообще шикарно. Надеюсь, что воблер не заглотнет. И достанет нам. Я сейчас захлебнусь в луже. Вообще класс. Ага, а на меня еще пиранья напала. В луче, Ваня, еще два шкафа добыл. Вообще шикарно, просто шикарно. Просто шикарно, правда. То, что хотел, в принципе, то и добыл. Давай, воблер. Ну всплывай ты уже. Центральную, давай. Дорогой, всплывай, ну. Эх, что ж ты такой... Я подыхаю, задыхаюсь. Давай, ХП! Давай. Меньше половины! Держись! Треть ХП! О! Спасибо давай. Вам свыше, что подарили мне вторую жизнь. Ну или там десятую. Ладненько, пошел за кератином, потому что я ничего не вижу. Быстрее. То есть мало. Мясо мне. Нам надо минимум... Еды. Оксиген нужно хотя бы 200. Оксиген! Какой оксиген? Надо. Еды мне дайте. Тебе чуть-чуть не хватило всплыть, или я не помню, или... Да ну там акула еще. Давай есть. Быстрее. А, ну, девятка. Понятненько. Все, я подкрепился. Короче, ну что, я пойду тогда возьму сыт, масло, бодр. Там где по два штуки всегда респается. Так, скидываем трофеи. Типа как что у нас же лук, я принес а? Сегодня? Ну, нам. Как у нас лук, да, что-то вроде этого, Вань, ты прав. 11 кератина. Класс. И 21 хитин. Оп. Все. У нас есть деревянная... А также инвентарь, это забитый мясными кусками. Куда эти мясные куски теперь засунуть? О, примитивное седло на Раптора. Неплохо. Лучше бы на Пхиоме выпало. Да не, на Раптора. Свинопас, блин. Местный. Так, свиней, короче, такой загон на этого, на спинозавра. Причем собрать всяких свиней, там, пятнистых таких, этих, коричневых. И разводить, короче, их. Выводить разные виды свиней. Да, вот у меня есть свинья, заморская свинья, джунглевская. Свинья заморская, баклажан. Заходит, короче, на сервер, который у нас учили в каньоне. Заходит такой, думает, да что там наши железные ворота ломает. Там такое стадо свиней просто, штук 50 такие ломают. Крошат просто в кашу. Все живое и неживое. Все движимое и недвижимое. Да. Это не смешно, а тут крокодил, дил, напал. Нет, не напал, тупой какой-то. Короче, я добыл два масла. Крокодилы вообще какие-то странные, они садятся как-то. Нам еще 4 надо, Вань. А где у нас масло? Притаился и как? Прыгнет! В этом, в... По морде, на.
По морде копьем. В шкафе, который ближе получай. К холодильнику. Сарка называется. Самка. Сам... Не самка, а сарко. Сарко. Тут растебулка валяется. Опять бомжара, блин. Бомжасик. Ничего не делает, только бомжует. Ночлежку нашел здесь. Все упал, так знаешь, не чтобы пойти где-то на чемодан там упасть. Просто зашел такой. Сразу за входом. Гона! Маленкар. Что это значит? Глубина. Известно только свыше. Видите эту луну? Какие мысли у вас возникают, когда вы смотрите на нее? Вы погружаетесь в глубины своего сознания. Нет, и не понимаете, чешешь, что происходит. Что за дичь стираешь? Я не могу, я схожу с ума. Спать надо, потому что... Один, на краю скалы. Армор. Что? Я сломал свою кожаную куртку. Да как ты посмела рвать мою одежду? За это ты будешь уничтожена. 8 кератина. Ну, вот это добыча, я понимаю, класс. Паста есть. Кристаллы есть, Ваня. Осталось только 4 масла, если ты 2 принес. Масло на большой глубине и там... Я просто мастер. Блин, осталось только 2 масла, друзья. Да. Офигеть. Два разве? Ну, вернее, осталось 4 масла и все. И все. Раз уж ты здесь, раздевайся. Женек, кто такой несет? Слушай. Да я уже слышу, у меня уже голова кругом идет. Вижу белый луч. Спринтерский разбег. Еще немного, плевачка, отойди. Отойди, вот моя цель. Уйди с моего пути. И открываем ящик. И там... Фу! Отстой. Седло на Феомию. Нет, если бы там было седло на Феомию, я бы... возрадовался. Так, их нет в нашей... Да. О нет, Феомию встретил. Смотри, какая няшная. Я боюсь, что мы если тебя с вами оставим на... Наедине, ты тут вообще и дома развалишь. Это ферма будет. Придем, мы же исключены из трайба, блин, у тебя Феомия. Ваня, там свиньи выламываются такие, там выпадают прям. Свиньи выпадают. В свиньях такой весь, по-моему, не такой. Как на троне из свиней сижу такой. Полы жареные. Свиноцарь. Свиноцарь? Прости меня, Феомия, но я вынужден сделать это. Ну, будешь перед ней потом. Она такая, ничего, мы с Данечкой, я тебя прощаю. Священное животное. Получил в попец. Все. 15. Нет. Все. Феомия уничтожена. И улетает. До свидания, друг мой. Кто напал на меня? Дилда? Свали. Раз свинья, два свинья. Ну ладно, все. Он уже привык, думаю. Я уйду от такого искушения. Фу, блин. Искушение. Проклятые свиньи. Ты сводишь меня с ума, проклятая вот свинюха. Мне уже страшно рядом с ним. Даже кто ныряет за... У нас, кстати, вот эта дырка, которая перед входом. Возле лестницы, знаете? Ну, какое у нее настоящее предназначение? Что это такое вообще? Дырка перед... Чтобы срать? Это уборная. Нет, подожди, ты имеешь в виду какую дырку? Ну, возле лестницы нашей вертикальной. А, там это... Да, просто так стояло, дерево было лишнее. Ну вот, я подошел туда, и как раз у меня персонаж сделал свое дело. Вообще, это если к нам залазят, начинают по лестнице, ты... Ну, чтобы как в древние времена лить на них раскаленный какой-то... там, по крайней мере, из... Смолу раскаленную выливать или это. Вроде этого. Ну, по крайней мере, знаешь... Камнями закидывать. Из лука ты можешь пострелять по ним. С рогатки. С рогатки. Ребята лежат в железной броне. В железной броне, а мы по ним камнишками. Здравствуйте! Там... Угадайте, кто я? Ой, Дина... Наркоман, блин, с топором. У меня наркотиков остался. Больше здесь на наркоман, видишь? Где наркотики? Наркоту.
Молотильня, он сейчас начнет молотить наркотики. А? Он, не пускай его туда, он сейчас начнет. Это у нас расти булка, он опять говорит, это валяет. Это наш черный жопа. Расти булки, наркота. Наркота. У тебя наркота. Кстати, ребятки, если мы хотим... Нету. Ваня, его побрали. У него есть фляжки. Нам нужно этот, нам нужен трицератопс. Еще наркотики. Он где? И добывает только. Где так. Мой целительный порошок? Покажите мне его. Боже, Женя, его расколбасило, походу. Целительный порошок. Вот это? Нет. Это Rockwell Recipes. Дайте мне порошок, блин. Мне не нужно, не нужно. Дай ему Ваня Пау Паудер, вот этот, который мы ложим в этот, в холодильник. Отойди. Отойди. Ищи наркоту. В костре, может, жарят. Приготовиться. Ой, извините. Свежая наркота. Я не знаю, куда его деть. Мясо. Вот спрятали наркотики, негодяи. Куда? О, может здесь? Я знаю где. Наркотик. Моя. Increases your health, but puts you to sleep. Да. Это то, что мне нужно. Короче, я пошел умирать. Вот, в общем, вам 16 кератина. Что еще вам скинуть? Что-нибудь. Сосо умер. Долго восстанавливать, лучше сейчас сразу появлюсь. Сосай умер. Ваня, походу, опять отливал, блин. Не, я не отливал. Я не знаю, я сейчас в растебулку все свое мясо засуну. Я не знаю, куда его девать. Ванюк вообще там, я не знаю. Короче, сливает литрами, блядь. Так я вчера скинул, короче... Сначала 15, а потом, по-моему, 19. Ну все, растебулка. Ну что, растебулка, помнишь, как ты брал наше жареное мясо? Я верну тебе его, правда, не жареное. И смотреть, чем они будут там заниматься. В тройном объеме. На тебе. 3, 4, 5 стаков. Получай, растебулка. Не, давай еще 6. 7. А можно из чужого крови качать, да? Да, да, да. Можно в него положить эту высасывалку и с него кровь тыкать. Я, в общем, в растебулку 7 стеков мяса заложил. Ага. Сыро. Эй, ты! Иди сюда. Ты кто такой? А что это такое я нашел? Манон. Ты есть. Жека! Не подходи! Не подходи! Не подходи! Я тебя уничтожу. Отойди. Отойди. Ваня, смотри, в следующий раз, когда будешь делать наркотики, смотри, чтобы Жени не было в комнате. А пойду посмотрю там, где... А что там, Ваня, все грабит награбленное, что ли? Ваня грабит бедных, блин. Грабит бедных и насилует богатых. Слушай, Вань, ну ты вообще какой-то насильник местный. Местный. Я реально насильник, блин, в трусах с киркой. А что сюда плывет? Слушай, что это такое? Акула. Иди сюда, подожди, я его убью. Бей, я, убью. Я быстро ныряю за этим, за маслом. Иди сюда. Нифига там. Давай, Вань, давай, два масла. Подтекает. Два. Тут как подтекает. Раз добывается. Тварь. Ты... Ай, я копье сломал. Я кулаками её бью. Ты копье сломал? Да. Я топором зарублю сейчас. Все, всплываем. Что, всплывайте. Мегалодон, иди сюда. Храните оружие. Снизу такой огромный мегалодон и маленький Женя, как червячок плавает. Ваня за жопу кусает акулу. За жопу? Ой, два, вовремя. О, приплыла еще тварь. Ух ты, огромная, блин. Они сюда не смогут. Мразь, по глазу получай. Он на стимуляторах, Ваня. Уничтожить. Убил. Еще одного. Жертва. Это, назови серию Бешеный Женя. Это реально будет Бешеный Жека, блин. Ну да, да. Хотя я фиг знает, как там урон делится на... Этот, я знаю. Ёперный театр! Растебулка! Я ухожу. Я думал, бровастый. Нет. Я дрался с плевачкой, я ослепленный, случайно ударил по ноге бронтозавра. Он гонится за мной. Спасите! Че он такой быстрый, это собака? Он тебя за своего растебулка примет, так что ты не бойся. У меня станина. Да блин, он не отстает, слушайте.
Он умеет плавать, блин, ему море по колено. Смотри, черепашка. Все, мне конец, короче. Надо было к дому увезти. Женя, ты по идее. Он вроде остановился. Слушайте, сколько на кератина там на стену? Жесть. 11 кератина просто добыть хотя бы. Вот это тварь огромная. У меня уже 5 кератина. У меня 9. Все, ребята, возвращайтесь. Он успокоился, походу. А я тут как раз дерево чуть подфармил. Бровастый, иди сюда. Я покажу тебе источник истинной силы. Ой, я отомщу тебе. Чувак летит. А? Чувак летит. Привет, братишка. Давно не виделись? Летит. Неужели ты думаешь, что ты сможешь противостоять мне? Ты ошибаешься. Уничтожен. Первый уровень. Нашей базы. Кронотавр. Откуда полетел? Я еще не успокоюсь, пока мы не сделаем хотя бы заборчик одинарный вокруг входа на лестницу. Да, потому что нужен. Я попробую данную руку. Потому что любое днище просто бомжара подбежит. С железным каким-нибудь оружием. И чисто просто. Вон покоцано, смотри, кто-то уже ударил опять. Пилар. Кто там не дает мне пролезть? А кто не дает залезть? Да я не вижу, мне даже ничего не видно. А, вон ты. В самом верху ты. Он был ближе к верху. Ванек должен был уступить. Ну, Ванек, видишь, это. Ваня не учил правила дорожного движения, на самом деле. У меня их нету, правда.